talked about. Yeah. This is it, this is it. Короче, и рассказывайте, показывайте, у нас времени... Оружие. Да. Оружие. Нажмите советы, нажмите советы. Не, ну все правильно, все такое дело. Дело следующее, короче, акробатика специально существует в этой системе. Чтобы стрельба, допустим, была, ну, где столы, стулья там, и помещение тоже падать надо. They have a special measures to be falling. Oh yes, trauma control. Samba, judo. Yeah, samba, right, fall gently. Just. У нас judo. Well, they fall gently. Значит, кунг-фу тоже judo. Дюдо самбо пошли, значит, обыкновенные, вот они. Вот, у нас идет немножко с таким. И с пистолетом тоже вся акробатика вообще работает. Здравствуйте, допустим, готовился. Пошел, допустим, тоже, если сзади стрельбайки. Соответственно, ну тут уже это немного картинно может быть, но я просто уже выше тестирования. Если я тут пойду, допустим, или самое простое, да? Чтобы ни ударов, ничего не было, потому что все это делается на жестком, на асфальте, на полу на жестком. Еще это самое, тоже акробатику в основном применяют для преодоления препятствий. Нет, для ухода в этот самый, а с линии огня. Где для ухода с линии огня? А вот когда надо преодолевать препятствия, прыгаем сюда, там ну точно так же, если помещение рвалось, стол, он тебе оказался через стол, чтобы перевернуться, надо увидеть. Точно так же, вот может быть оно, поднимаемся, допустим, или спускаемся с препятствия. Вот мы бежали, вот, оттуда, раз убежали дальше. Вот, то же самое сюда. Так же, ну. И все рассчитано, чтобы, допустим, встали уже в таком состоянии, в тяжелом, допустим, как показывают. Допустим, даже самое схема.
как вы говорите, мы даем. Все же самое, не даем ему возможность видеть. Ну, это делает не так. I think I'm the best check. This is the best. I should say something. This is you don't just take two kids together. This is the best teaching the best. I should say something. Because my training, I've seen demonstrations before. This demonstration is just as impressive as because you had experience. Потому что вы имели возможность во время войны. Здесь тоже, допустим, схема отбора пистолета, да, не просто это. Вот, есть движение руки, вектор, да, вот вектор показывает, когда рука туда идет. Дальше, спираль, по спирали вращаем, да? И потом знак вопроса вот этот. И можно отнять, в принципе, даже одной рукой отобрать. Да. Естественно, с уходом с линии атаки уходим и начинаем. Ну и, естественно, длинную руку не тоже пошли. Я считаю, что это очень продвинутая система, лучше, чем
другие. Но он говорит, надо специально тренировку туда. Есть. Почему-то система чем хороша, тем что она не просто должна будет включать, а тактику не стрельбу включает. And you see, we have such system of training, which includes not only the fight, but the shooting and the tactical which yes. И выживание. And survival. We're very similar training for our agents. We have shooters are a different area of our training to do this physical skills, like what I do and what you have our area. Но у них есть разделение, соответственно, по принадлежности пистолеты по стрельбе. Отдельно занимают люди, которые бойцы, они занимаются отдельно. И, соответственно, Then we bring everybody together. Yeah, then they try to make problems and see how our people react. Может быть, они как будто пробы такие. И приходится, естественно, человек и стрелять, и биться хорошо. Все должно быть с одним пучком. Здесь акробатика, то, что показали с оружием, это же акробатика, она и в рукопашном бою, да? They have acrobatic, так not only with weapons, but with the fight. Еще раз, дождевую систему можно приспособить как к штурмовому подразделению, так же и подразделению, связанному с оружием. This system we can put just to the assault team and to the security team for the body. Поэтому у нас наш тренер, который нас тренировал, он споры проводил в Англии с полицейскими. They have a trainer, a special instructor, who trained them specially. He has the person who have trained England police officers. Really? I'd like to show the assault. Захожу. Надо, может, чуть-чуть на днём показать, чтобы понял, чем вещи. They'd like to show you, especially for you, to just try it yourself. Медленно, тихонечко, дальше. Медленно, тихонечко. To be slow, very slow. То есть, зашёл, уходит с линии огня. You avoid from the line of shooting, just taking. And it's turning you to... Feels like he has good control. Он чувствует очень хорошее контролирование. Человек просто раскладывают по векторам, да, определенная схема есть раскладывание человека. Ушел, вот у нас не мешает. They have a special scheme of the body movement and with the tendency to move. And then they're trying to keep this scheme working to have a broken break the rest of your path. Ну, варианты, когда уже пол, допустим, работа оружием, да, то есть для охраны. And for the security, when... Великолепно. Сразу отсюда, чтобы уже стрельбы не было, да. How it works? Укол идет, допустим, для меня. You'd like to? Я ухожу, еще раз, да. Ухожу, там. Сюда. Помедленнее. Саша, ты помедленнее. Нет, сначала, чтобы все... впечатление произвело, ну, нет, потом... Да. Ты помедленнее запусти эти вот. Восьмерки. Давай. Да. Уход пошел. It's kind of eight. Oh yeah. It's under control.
And we'll have you to brought your... You see? Yeah. Ну, это, поскольку система не приема, главное, что центр прощения здесь, центр прощения. The main thing is the center of the training. Я все выпустил, что это было. And you can put you at that side. Это единственная возможность. Да. Вот, и сразу пошел заломная дверь. То есть, либо идет сканирование. It's a kind of convoy. Yes. It's very effective. Очень эффективно считается. And you can just do that in another part. Либо еще другой. In another version. Ну, будет. To the another side. Keep it in place. Ну, ушло сразу же автоматом. Не упускай его. Автоматом мы... To keep you. Oh, да. Автомат не может быть так, он сам себя будет. You are carrying the gun in your hand, and you keep yourself in the gun. Система маленькая, просто спись перед этим. Покажи. Может, просто пистолет. Я сейчас просто сейчас спишу для маленького. Есть такая система, когда показывают палец, да, большой. We have a special system. You keep pressing at the towards the finger is up. Towards the what? Just you are feeling pain. And that. И соответственно as that. Ручку ложит на плечо. When you keep your hand on so палец на ткнуть, да? Your just finger is down. And that's why he I have it. Он не знает. Взял палец смотрит вниз, да? And your finger is down. Just that. Палец смотрит вниз. Your finger is jet down too. Ты уже так же сказал. And so is the жар пошел, допустим, да? With a knife. Пошел. Wow. Yes, we can get it. Я тихонечко. Нет, я аккуратно, я не знаю, как аккуратно, все нормально. Я ж не знаю, что. Короче, куда палец, я сейчас не знаю, показываю. Сюда палец показывает, да, и все время держим в болевом положении, чтобы не показать. Not you, maybe, but to keep counterpart in the pain. Если я смотрю данс, мне просто той рукой. No, not you, but the counterpart to hold, to keep the counterpart to keep in pain, just all the time. To control. Если я сладину дам, то ты мне можешь либо той рукой, либо ногой там достать. If you will weak control, you can just hit him with the left. That's why he's getting stuck in this. И чтобы не я на тебя шел, а он на меня шел, я вот его делаю, да. It's like not you, my counterpart, to move on him. Keep it controlled. I'd like to show you that you're just working with a knife, counts. Winning all that. Надо будет день, чтобы хотя бы объяснить.
Одна, значит, такая та самая основная, скажем так, база обучения. Это разъяснить законы и попасть в душу. The main thing is to explain the principles. Yeah. Значит, первое это самое, это войти в контакт. To come to the contact. Значит, сейчас покажем. Потом, значит, to show you. Значит, второе это не противодействие силе. Не противодействие силе. Not to be against the strength. То есть все пропускаем, все проходим. To pass all... У нас шутка есть такая. Танк едет, мы его не держим. On you. Не держим they его, а don't пропускаем. Want to tank just keep. That just like the to pass him. Юра, и третий закон. And the third principle is... Значит, это постоянное движение. И так, Доктор, почему чем это продиктовано, что на каждый случай не придумаешь ни прием, ни какой-то рецепт? They're trying to do this because it's a lot of maybe findings, and it's very difficult to try to imagine what the find will be just. Прием выучил, а я могу сейчас стоять так, потом так стоять, потом так, и каждый раз в разные ситуации. Сегодня день. That depends on how you are staying. You can stay just as you can turn, maybe you can solve from that side. Yes, we can never predict how we can attack. Сейчас такая, мы не можем представить, откуда будет. И удары, тоже удары на руки со всеми частями тела. They're trying to... Начинаем с плеча. Плечом. Предплечьем. Бьет удар вот сюда, вот на руки. А сюда. То есть, опять же, удар вот он. Да. Вау. То же самое, значит, локтем. Вот. Сюда. Я могу взять его руку. Пойти к нему локтем. Могу ему отбивать сюда. Здесь вот могу отбивать. Ну и соответственно уже и рукой. Вот, все эти удары руками, там, всеми частями, значит, здесь. Сюда, там, все это. Вот. Все. Скажется. Хлестко и на расслабление. One guy with like a one-man army. Такое впечатление, что вы вместе служили. Ну ты скажи, Система, Саша, ты скажи, где ты служил до армии?
Ну я в войсках специального назначения служил сначала, с 80-го года, в армейском. He served in the special squad. Как у них зеленые береты? As your green beret. Oh, спецназ. Да. Green beret. Спецназ. Yes. They have a very high reputation in the U.S. military. Спецназ. Спецназ они считают очень хорошую, большую репутацию имеют зеленые береты. There was a time when they would have been considered enemies, and they were the opponent that they thought was probably the best opponent. Значит, они было такое время, когда они считались против, друг против друга. Now we're pretty lucky now that we can be on the same side. Вот, я не говорю, что мы достаточно счастливы сейчас быть на одной и той же стороне, а не противоречивы друг другу. И поэтому я хочу дополнить, значит, он... This is special forces. All special forces keep a coin in their pocket. And if you special forces, I show this. If you don't have yours, you have to buy me a drink. Значит, у них есть такая привычка. Значит, те, кто служил в спецвойсках, они вот имеют всегда в кармане такую вот жетон. И если он встречается с человеком, который, значит, говорит, что он не, ну... And if you don't have money to buy the vodka... Just a minute. Yes. Значит, если он показывает эту вещь, например, своему коллеге, и он не из спецназа, так, то он должен, как говорится, ему купить выпить. And if you don't have the money, если вы не имеете денег, then you have to do 30 push-ups. Если вы не имеете денег, вы 30 раз должны отжаться. Anywhere. Везде, где бы ни If I see you in the airport and I do this, and you don't have yours, если он вас увидит в аэропорту, он вам покажет вот так вот эту. Если у вас не будет такой же, надо будет вам придержать. Нам придется билет свой отрывать, приезжать. Я бы компался все эти карты. Значит, у нас идет вперед не колено бедро сюда, то есть не такая схема, а немножко уходит отсюда. Есть прямой удар, да, вот как волна от бедра, колено и носок идет. И вот, допустим, ты бьешь, я тоже вот тэквондо занимался, допустим, да, 10 лет. Used to have taekwondo То есть либо протаскивает туда, либо назад, стягивает сюда. Короче, втягивает в ворон. Или оттягивает в ворон. То есть получается вот удар сюда и туда. Удар, кроме того, что он удар еще выводит из равновесия, управляющее действие. Управляющее действие. Вот они уходят сюда. То есть я как бы уходят. Такие блоки, которые с детства мы не знаем, а врожденные, то есть если ребенку напугать ребенок, ручками лицо прикроет, и все это используется. Это очень великолепный пример. То есть, как ему, да? Прошу.
знаете, что я предложил, что вы можете мне специально сам показать. Да, да, отлично, да, отлично. Все, что мы не желаем, что там скажешь. Something special. When I work with my people, когда он работает со своими людьми, we work with a lot of big crowds, like они yesterday. Работают с большими очень толпами, как это было вчера на прошлом поле. So many techniques, you know, whether техники, we can't use. Они не используют ударные техники. Супер, супер. So, поэтому with, for specialized training, we have to для того, чтобы close. Специализировать технику, они должны быть близкий контакт. The problem we saw yesterday yeah, with people shaking hands. Это тоже самая проблема, как мы вчера встретились с пожатием рук. If you are a person in the crowd, если вы человек в толпе и you are the president, а ты президент, and you shake hands, пожимал руку. Okay. I look. Он now смотрит. You don't want to let go. И ты, например, не отпускаешь руку. My job. Его работа. My job. Его работа. Is to take his hand off. Убрать его руку, именно твою руку президента его. In a way that no one else knows what I'm doing. И для того, чтобы в таком способе, чтобы никто не знал, что он именно делает. Because it is not okay for me to punch. Это неправильно, если он будет бить его ногой там или рукой. Thousand people. Тысячи людей. Thousand people. I just have to come over and then pull off. Только взять, ему нужно подойти, взять и тихонечко. That's the same as they have. If I happen to be on this side, если вдруг он будет на этой стороне, same thing, I would say, то же самое. Just please let go. Same thing. И то же самое он будет делать, скажет, извините, пожалуйста, отпустите его. If it's a handshake like this, вот если будет такое рукопожатие, no problem, we always take one small finger. Мы всегда можем взять мизинец. Because one is weak. Потому что один слабый, а пять это сильно. No matter how hard they hold. И неважно, как крепко он будет держать, он просто возьмет палец и скрутит его. This is an easy technique to teach. Это самая легкая техника, которую можно обучиться. Because our people don't have to practice this a lot. И потому что их люди просто не имеют возможности тренироваться много. И они стараются, потому что они вынуждены один раз тренироваться в неделю, потому что все люди разбросаны. Они всегда имеют большие проблемы, когда они вынуждены проходить через людей, через толпу. Потому что очень много людей. Некоторые люди двигаются, а некоторые не двигаются, стоят. Если президент сзади него, как пример, he's the president again, он президент, and we walk in that way. И он идет через эту вот толпу. I can't push him. Он не может его толкнуть. So, and I can't push this way because it doesn't look good. И не может так толкнуть, потому что некрасиво, очень. It's not professional. Это не профессионально. So I move his center. I move он двигается к центру. I just walk. Он просто идет и вот толкает его. Because he knows from their training. Потому что вы знаете. This is the power. Это сила. No matter how strong. Как бы у вас плечи не были здоровы, вот это сила. This is the power. This is your chi. That's it. We have a problem. We like to have always two agents together as a team, if we can. Они стараются содержать два агента, как бы команда. If I have to take somebody away, and they give me, they resist. Если он вынужден кого-то убрать, если ты будешь сопротивляться, right. они будут вот так вот убивать. Это так проще. Или вот так вот. Это не if this is going to happen for real, вот это вот можно как раз. The agent won't have time to do perfect technique. И, соответственно, агент не может студировать технику конкретно.
Now, the problem with this by myself is he can probably punch me. Вот именно проблема не в том, что он может ударить его. So that's why I have a partner. Поэтому он вынужден. He does the same thing. И он делает то же самое. Да. Вот так. If I have to handcuff. Если он имеет наручники. Он просто сразу одевает и закручивает их туда и одевает их таким же образом. Сейчас это самое. Мы попробуем его движение систематизировать. They like to summarize your whole movements. Как раз вот то, что он сказал, мы сейчас, да. Как... The same thing as you said, they'll try to... Нет, вот, короче, есть такая система катет-катет гипотенуза. Это специально. Скажи, просто геометрию просто и все. It's a form of geometry in physics, so... Yes. I'd like to show you that movement. With the сторона, hand. Сторона, и вот еще сторона, так? Дальше. Тоже. Раз, и тоже.